Ребята, всем привет. В общем, меня обманули на пункты. Смотрите, мне пробыли все фрукты. Мне ничего не осталось. Смотрите, сколько у меня было фруктов тогда. Дракон с контроль. Я нам гравити. А сейчас что? Сейчас ничего не осталось. Вот он, его ник. Сейчас покажу. Вот это он меня обманул. Я покупал на фанпэе. На фанпэе покупал. Он сказал, что сделает мне раз в 3 за очень дешевую цену. Ну, я согласился. Вот он. Я уже на него подал жалобу. Вот, смотрите, он мне писал. Я с ним договаривался, что за 100 рублей, то он мне еще и не возвращает, и я не отвечаю. Я уже подал заявку. На него, ну я не знаю, мне ответил где-то через 5 месяцев. Тринадцать минут назад. Мне написали на почту. Ну, мне никто ничего не ответил. Поддержите меня тем, я не могу. Я буду. Все, всем пока.